Какой персик самый сладкий? Может быть, вот этот? Может, один из этих? Может, один из этих? Может быть, вот этот вот? Или этот? Не буду долго искать, потому что я его уже нашел. Этот персик я называю это калийное пятно. Образуется при встрече питания от корня и от фотосинтеза. Крайний персик к солнцу я называю. Чаще всего эти персики именно крайние к солнцу на ветке. Образуется вот такое пятно. Я называю его калийное пятно. Потому что необычайно они сладкие, просто медовые. В данном случае это сорт Иван Тупицын, на котором чаще всего это калийное пятно я и встречал. До новых встреч, до новых роликов, до новых видео, в которых рассказываю о персиках.